Итак, добрый день, уважаемые друзья. Время 11:04. 1 мая 2016 года. Чехия, город Раковник. Турнир Wilson Cup, третья категория ТЕ. Финальный матч. Встречается румынский спортсмен Раду Михай Папоя. Спортсмен выступает в красной такой футболке. И против него чешский спортсмен Витек Хорок, Чехия. Спортсмен играет одной рукой и в синей футболке. Одноручный бэкхенд, синяя футболка. Первый сет выиграл румын со счетом 6-4. Во втором ведет со счетом 3-0. 0-15 на его подаче. Четко разбирается с короткого мяча чех. 0-30 на подачу румына. Начинает румын играть в один удар. В принципе, проходит первая подача, начинает почему-то торопиться. К чему это, непонятно. Ну, это его решение. Со счета 0-3, может быть, ему нет смысла цепляться за свою подачу. Нужно спокойно. Может быть, он думает, что он возьмет просто подачу чеха и уже достаточно будет. Чех очередной раз ошибается, выполняя удар через по прямой, через высокую часть сетки, не перебрасывает мяч. Ну, сетка, очевидно, там выше где-то порядка на более 10 сантиметров выше в этом месте. И здесь нужно добавлять вращение. Но чех забыл об этом. Четко играет румын. И по месту. Безупречно. Вот так, как играет человек, играет игрок, обученный и способный, понимающий игру и понимающий, как нужно играть. Четко в другую сторону. Четко в другой угол. На растяжках играет. На растяжках играет чех, но румын заставляет его ошибиться. Ровно. Ну, не ровно, по 30, по-моему. Ровно, извините, друзья. Четкая первая подача румына по прямой. На растяжках прямая. И выход из удара. Не справляется румын. Правильно вроде бы все делал, но не справился. Нужно обратить внимание, что румын четко подает по направлению в любую точку корта. Он может подать и по прямой, и косой уходящий, и в тело вторую, и все что угодно. Срывается удар чеха. Ровно. Но понятно, что на счете 0-3 у чеха. Просто обязан брать этот гейм, пытаться зацепиться, чтобы сделать хотя бы один брейк. В противном случае шансов у него очень мало. Как играет румын. Торопится. И вот дожидается очередная ошибка чешского спортсмена. Закономерно. На недоходе румын играет горку. Чех пытается усилить. Ошибается. Прямая. Косой еще удар.
Румыну нужно было просто отвечать по прямой, потому что чех стоял в корте где-то метра полтора-два внутри корта. Нужно было просто играть в него в длину, и все. На этом вся история была завершилась. Но хорошо поставлена подача Румына. Срывается мяч. Четко отработал Румын, четко доработал ногами, дошел и отвел. Сетка, конечно, помогла Румыну, но дальше он разобрался. Как иногда говорят, везет сильнейшим. Больше на подачу румынского спортсмена, и это ключевое очко. Не проходит первое. Надо отдать должное, он подавал вторым мячом, правильно, да? На растяжках играет чех. Резанный удар. Румын не торопится, просто держит мяч. Ну не просто, играет так, как надо, добивается ошибки чешского спортсмена. Безупречное чувство. Безупречное чувство мяча, понимание игры румына, никаких глупостей. Делает то, что нужно. Ни одного удара не туда, куда нужно. Все по месту, все как надо. 0-4 подает чешский спортсмен. Не проходит первое, ну, в общем... Румын спокоен. Румын спокоен. И четко играет туда, куда надо. Четко играет по месту. 0-15 на подаче чеха. Чеху надо укорачивать прямо, если укорачивать. Ну и в общем-то. 0-15. Счет идет на мячи. Не проходит первое. Чешский спортсмен недоволен собой. Румын продолжает спокойно делать свое дело. Никуда не торопится. Прямая. И никуда не торопится. Опять прямая. И четко делает свое дело, просто разрывает чех. Никаких лишних движений, то, что нужно. Или даже вроде бы чех и подал хорошо косой уходящий, тут же получил по прямой через коридор. 0-40 на подаче чеха. И счет идет на мячи. Грубая ошибка на его подаче. Чех расстроен. Вторая проходит. Румын спокойно начинает делать свое дело. Ну, там спорная история, но судье виднее. Вроде мяч попал. Зацепил линию с внешней стороны. Хотя можно было бы, конечно, проверить. Но Румын этого не делает. Он спокоен. Делает свое дело. Срывает удар Румын. Как играет Румын по восходящему? Как играет Румын по восходящему? Как четко играет по восходящему? И начинается уже на растяжках. Четко играет Румын. 5-0 во втором сете. Развалился чех. Ну, как развалился? Пытается делать то, что делает, но это, очевидно, недостаточно для того, чтобы играть против румына. На земле против румына при такой игре бесполезно.
При счете 5-0 во втором сете румынский спортсмен Раду Михай Папо выходит подавать на матч против Витек Хорак, Чехия. Ну, это не та история. С такой точки румын четко разбирается с соперником, без шансов. Проходит первое, но ничего страшного. Забивает чех с приема. Но этот удачный удар с одной стороны демонстрирует мастерство, с другой стороны, как исключение, подтверждает историю в том, что отдельные удары чеха достаточно остры, но в то же время очень четко сыграл румын, очень четко. Вы видите, уважаемые друзья, насколько по-игротски играет румын, потому что он выигрывает очки в свободную часть корта. Это говорит о том, насколько румын читает игру, насколько играет по месту. Ничего лишнего, только то, что нужно. Очередное очко выигрывает чех. Но опять же, это скорее исключение, нежели правило. Вернее, исключение, подтверждающее правило. Не проходит первый мяч. Вторая четка. Ошибается чех. И пошел первый матчбол румына. Вот эти вот мощные забивные удары чеха, когда они проходят хорошо, когда они не проходят, очко отдается сопернику. На матч подает румын. Геймсет, матч, заслуженная победа румынского спортсмена. Счет второго сета 6-0. Счет второго сета. Итак, уважаемые друзья, мы поздравляем румына и можем сказать о том, что чешскому спортсмену есть над чем работать. В первую очередь над психологической устойчивостью и, во-вторых, над разнообразностью игры. Румын Раду Михай Папо просто безупречен. Еще вчера этот юноша в игре против Никиты Кашерина показался мне очень хорошо. Но я весь матч не смотрел, а вот и сейчас полностью записан матч, полностью записан результат, и румын просто молодец. Мы на этом, уважаемые друзья, закончим эту встречу. И сейчас перейдем на корт номер 3, где идет женский финал. Не знаю, что там со счетом, но сейчас подойдем поближе и там посмотрим.